Добрый день. Хотел бы показать наши действия на 10-12 день после пересадки лимона в горшки. Пошла поросль дикого лимона. Мы ее удаляем. Дожидаемся, пока она будет уже хорошо видна. Вот такие маленькие. Можно трогать, но не стоит. Они маленькие и неприятные. А вот эти мы просто маленьким движением, хопа, и его выламываем. И остается одна наша прививка. Вот. Вот, примерно вот так. Видите, маленькие пошли. Они еще маленькие, а большой лимон, а сам лимон пошел почка в рост. Лимон Мейра. Ну, вот один из самых красивых, больших. Ну, прошло 2 недели. Лимон новогрузинский. Одна и та же операция. Вот наша почка, прививка. Остальное мы удалим. Вашингтон новелла, апельсин. Красивый, аккуратно. По 2, по 3. Сантиметров, даже по 10 есть. 7-10 сантиметров. 2 недели. Растут днем и ночью. Мандарин абхазский ранний. Все то же самое. Обламываем, обламываем. Оставляем два красивых побега. Вот то же самое. Два красивых побега. Вот они. Побег один. Вот побег удаляем. Вот видите. Вот остается только наш побег. Вот то же самое, видите. Удаляем, удаляем. Удаляем, удаляем. Вот видите, опять. Одинаковые. Вот побег наш. Вот побег. И как сразу они. Апельсин Гамлин. Та же история. Но видите, немножко другой листик. Двойные. Тройные. Вот такие нежелательно. То есть подождать, пока оно само пойдет дальше в рост. И чтобы уже было видно. Вот видите, какой красивый. Это Гамлин.